А пирожки с мясом такие вкусные. Мне все равно, потолстею я или нет. Я еще молода об этом думать. Вот обжора. Ешь своего родственника мясной рулет, поедает пирожок с мясом. Не лезь не в свое дело. Тебе что, больше делать нечего? Не ешь столько, то сама станешь пирожком. Заткнись. Отличный бросок. Спасибо. Чем меньше съешь, тем меньше потолстеешь.